Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем по... Сука, подожди, не-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 не, какой, я только что трубку, короче, потратил вообще в никуда. Как это так, нельзя, это на какой хер ты вообще у меня в быстром доступе, сука, оказалось? Вон, нормалек. Так, нам с вами надо сходить какой-то... Брейд памп собрать, или что это за херня какая-то непонятная. Пойдем попробуем собрать. Мы с вами в прошлой серии отмечали старый Новый год. Мы его отметили нормально, поздравили чувака парой выстрелов из какой-то там непонятной хероборы. В итоге он взорвался, но перед этим сумел нас уделать. Если кто-то не видел, то обязательно посмотрите, там было вообще мясо. Там была драка, там жестко все было. Так, куда нам? Нам с вами сюда. Пойдемте дальше. Это старый наш какой-то жилой райончик, по-моему, да, если я ничего не путаю? Да, вон счастливый Ганеш, здесь на дом, подожди. Опа, нихера себе. Здорово, снеговичок. Тут где-то наш дом был. Это же наш тот самый первый значимый райончик. Здесь есть библиотека, вот здесь вот горело. Здесь, кстати, был какой-то чувак очень злой. И у него был, по-моему, где-то дробовик. Не было ни дробовика. Ой, тихо. Осторожно, злая собака, которая не реагирует ни на что. Ну-ка, если я ее прикормлю, например. На, чувак. Пойдем со мной. Давай, пойдем. Будешь за меня воевать. Да на, мне не жалко, на. На еще. О, красава. Все, больше меня не трогай. Прикормил, так сказать, собаку, приручил. Теперь она должна, в принципе, никому она ничего не должна. Я думал, она будет бегать за мной, и она нихера, короче, сказала. Не, чувак, с тобой бегать не буду. У меня есть свой хозяин, ты можешь кормить меня сколько угодно, но его не кину. Да перестань, ты уже все нормально. Покурил, покуришь еще, чего плохого-то? У нас с тобой еще, по-моему, две трубки есть. Или три, что ли, по-моему? Да, три. Да, сука, опять тут оказалось, уйди. Пиццу надо оставить на всякий пожарный. Так, здесь, по-моему, отель. Вон там, кстати, наш дом. Туда есть вообще проход-то, нет? А, там куска карты не хватает, туда нельзя, ладно. Видимо, туда мы вернемся сам. А, так Чамп-то, само собой, Чамп, наверное, убежал туда. По-любому прямо. Потому что Чамп помнит, где он жил, понюху нашел. Да хватит уже мне эту трубку сюда совать. На, жри пиццу. Во, нормально. А туда вообще нельзя пройти, все завалено, да? Да, смотри, не пускают нас туда, сучки. Но Чамп по-любому где-то там. Он всяко прибежал в свою родную конуру к нашему трейлеру и живет где-то там у себя. Непонятно, как-то разделен этот город. В одной половине города лето, жара, солнце, бабы полуголые. Ну, почти. А в другом зима, прикинь, в другом просто зима. Хотя города вот, рядом. Здесь зима, здесь солнце. Как это так? Ты чего? Ты чего, хромая собачка? Подожди, у меня есть для тебя кое-что. Ты только не это, на! На еще, на! Все, хватит с тебя жирная рожа. Их ты жрет, и вот, тут пальмы растут, а там, короче, зима. Ты прикинь, как это так? Так, там куда? Отлично, в ту сторону, погнали. Только мы сюда как-то не очень особо пройдем-то сейчас. А, не, пройдем, все нормально. Сука, 17 переходов и 17 проходов, что за херня-то? Подожди, это не туда нас приведет сейчас. А, нет, туда, все правильно. Какой-то страшный здесь проход вообще. 17 тысяч подземелье надо будет перейти. По данжу забег, сейчас что-нибудь налутаем вообще, босс кого-нибудь победим или что-нибудь типа того. Как мне кажется, а может быть и нет. И тут опять дождь, ты посмотри, кругом дождь. То дождь, то снег, то пальмы, что за город? На все случаи жизни, на все сезоны. Всесезонный город, просто вообще счастье для всех, кто любит часто менять обстановку. Надоело, короче, пошел, взял, на лыжах покатался. Надоело, пошел под дождем погулял, подепрессовал маленько. Надоело, пошел, позагорал. Надоело, пошел к зомбарям. Красота же, ну. Где этот дом? Так, это где-то выше. Сука. Опачки. Давай, ёпта. Нормально загоняет. Оп. Так, вот этот дом. Судя по всему. Тихо. Вот этот, да? Прям в него вхожу. Точно. Только брит-памп, я не понимаю, что это значит, но надо как-то с этим разобраться. Возможно, какой-нибудь диалог пойдет, заставочка. Брит-памп.
Что такое брит-памп? Это что такое? Кальянчики, херанчики какие-то. Может, вот это? Нет. А, во! Нет? Или вот? Нет. Не понял я. Брит-памп. Брит-памп. А, во, вечеринка, наверное, точно. Пацаны, здорово. Ой, в смысле, баба. Вот это, что ли? Нет. Вот, мыло. Нет. А что сделать надо? Хер его знает. Чуть непонятно пока. А рот закрой. Может, их убить надо? Или вот эту херню забрать? Ну, это, походу, наши, да, бабы-то? Ну-ка, спокойно, F5. На всякий пожар. Нет? Так не пойдет? А что такое брит-памп-то? Комп не ломается. Вот это нет. Что-то то ли сломать, то ли собрать. Вот ли труба брит-памп. Что такое брит-памп? Вот. Нет. 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 А что тогда? Да-да, я не понимаю, что такое брит-памп. Реально прям. Не знаю перевода этого слова. Может, дом вот этот взорвать, кстати говоря. Какой-то соседний дом заглянул. Да перестань ты, шавка, ну! Там он пронул бочек, может, они взорвутся? Не, так не пойдет? Да-да, я не понимаю. Может, в эту вот светящуюся дверь? Кстати, почему нет? Она же не просто так... Точно! Ну, конечно, естественно, а почему нет-то? А, посетитель, добро пожаловать в Мопсайбуту. Тебе нужно мое молоко? Не, мне, короче, это бесконтрольное. You wouldn't happen to have an oversized breast pump suitable for a towering, demonic, Jewish cow demon? Короче, какую-то херню ему затираете, ему что-то нравится. Do you happen to have a genuine beefy suck-o-matic right here? Это у меня, говорит, есть новый автомат, который высасывает молоко из коров. But I have no use for your Yankee dollars. I'll tell you what to. Take this bucket. My herd's in need of a good milking. Do that and the pump is yours. А, это возможно, короче, коп-стоп какой-то. Он предлагает, короче, денег. Давай, типа, я у тебя... А, нет. У меня была теория, что он у него пришел деньги с него собирать. Типа, дань какую-нибудь. Но, оказывается, нет. Он говорит, пойдем, я тебе покажу, как это все происходит, наверное. Расскажу, покажу. Коровья ферма. Мы здесь были, наверное. Здесь мы убивали сотни коров. Молотком забивали. Промеж глаз, если я ничего не путаю. Ну да, смотри-ка, надо насосать молока из коровы. Надоить, короче, пойдем попробуем. Так, коровка, дай-ка маленько мне. На-ка. You can't milk while you walking. Stand. Их и держи. Во! Надо подоить коров, ну твою ж мать. Доярку записался, смотри, красота. Только корова какая-то не настоящая. Ладно, превьюшку хватит, прям красота же. Настоящая корова дала мне 11% молока. Осталось, короче, 89%. Don't Ebola. Не открываю Ebola внутри. Окей, не буду. Так, подожди, а что с одной коровой все это надо собрать-то? This one's empty. Нет, это говорит, пустая. Это, говорит, пустая. Ладно, пойдем найдем другую. Осталось, в принципе, немного, это 10 коров всего. Только я больше ни одной коровы здесь не вижу, вот в чем прикол-то. И нигде не открывать, везде, короче, ебола внутри. О, еще одна корова. Ой, две коровы. Отлично, еще 22% в ведро, давай. О, красота. У него, наверное, сломался аппарат подойки коров, точно. И он предложил мне подоить коров вместо аппарата. И, наверное, за какую-то премию. Я не знаю только, как он связан с сатаной, этот чу... Не знаю, каким образом он связан с сатаной, но, судя по всему, они друг другу помогают. Сейчас Эбола выйдет, ты посмотри, а!
Ай-яй-яй. Ой, бешеный коров. А чё эти коровы-то подохли, я не понял. О-о-о, Ибола бежит, подожди. Мне подоить больных коров? F5. Ты дерёшься, да? Стой. Вы бьёте меня, нет? Я не понимаю, хотят меня бить или нет? Чуваки, я не хотел вас упускать. А, понято. Бьют. Чё с тебе делать? Их перестрелять надо или чё? Ну, давай попробуем перестрелять. Проблем-то. Иди сюда. Минус. Кто-то в меня начал стрелять сейчас? За что? Это же Ибола. Ну, сдохни ты уже. Во. Во. Где еще? Во. Пойдем, пойдем. Да кто в меня стреляет, я не понял. Нихера реакция ты запалил. Стой. Мне молоко не... Чё он орёт? Я правильно все делаю или нет? Сука, английский постол вообще мне не знаком. Иди сюда быстрее. Пойдем, пойдем. Ах ты ж сука. Во. Надо всех коров пострелять тупо. Из этой прям хлещ. В меня кто-то стреляет, я отвечаю. Опачки. Прям я слышу, что в меня кто-то палит. Кто-то прям шмаляет. Зомби-корова. Ну я понимаю, что зомби-корова. А в чем прикол-то? Их надо просто перестрелять или найти того мужика и завалить его нахер. То, что он меня подставил. Это, кстати, вполне себе нормальный вариант. Он же меня реально подставил. Ай. Все коровы померли нахер. Не успел я собрать молоко. Зато я успею собрать что-нибудь прикольного на этих вторых этажах. О, курительные смеси, замечательно. В игре. А в жизни это вообще вредно. В жизни никогда, в жизни даже не пробуй. Не пытайся даже пробовать курительные смеси. Они приводят к этому. К этим, ко всяким там заболеваниям, к смерти вообще приводит. Даже не пробуй их никогда. Не зря везде рекламы висят, не пробуйте, не пробуйте. Это очень все печально. Так, ну где молока-то еще собрать, я не пойму. Я вроде всех коров перестрелял. Может быть, все-таки надо было их перестрелять, а быстренько собрать молоко и все. Но я в другом случае не успел бы все это собрать. Коровы уже вырвались, которые больные на свободу, и беда. Надо, наверное, назад идти к чуваку и сказать: чувак, ты какого хера тут меня подставил-то вообще, я не понял. Ну-ка нахер забирай свое молоко и отвали от меня. Хер его знает. Ибола, короче, вышла на свободу, но Ибола вся перестрелялась. Ибола вся, в принципе, кончилась. Почки, водичка свеженькая. Что-то я реально не вкуриваю. Давайте пойдем назад. А, откуда я примерно пришел? Откуда-то оттуда. Просто здесь даже коров больных больше не осталось, здоровых тем более. А мужик кричащий где-то все-таки есть. Возможно, он будет очередным главарем, очередным боссом, которого надо будет уделать. Осталось понять, откуда я все-таки вывернул. Так, нет, здесь я был. Тут я прыгал вниз. А, вон выход, все, отлично. Не, ну это подстава была, мужик, от тебя просто жесткая прям. Готовь свои яйца, сейчас они полетят на стенки вместе с моей дробью. Ты угораешь? Алло. Что-то не так. Что-то я делаю совершенно не так. Вот это была первая корова. Вроде ничего не убывает. А что там наверху? Ну залезь. Херня какая-то, если честно, прям полнейшая. А, вот, может в бидонах набрать? Не, не пустые все. Может быть у тех двух коров еще голову посносить? Которые живые были. Раз. Почему нет? Два. И вон там еще одна валяется живая. Во кто стреляет-то? Где он, падла? Стреляй! Слышали? Опять падла меня стрелял. Так, это готовое. Теперь это готово. И где он?
Где? Я не пойму, где он, падла, меня стреляет, его здесь нет. Там наверху вроде нет никого. Туда наверх, в принципе, не заберешься никак. На вышке тоже вроде никого. Запомни, он что-то про запомни говорил. Ты хоть покажись, я не знаю, чертовщина. Где он, сука, прячется-то, я не пойму. Где он мог спрятаться вообще? Здесь я был. Здесь две мертвых коровы валяются, значит, я здесь заходил уже сюда. Ну ты чё? Чутка не туда полез. Где же он, паскуда? Нету его. Правильно, почему не собрать молочка с дохлых коров? Это же замечательно просто. Это, короче, кончилось. Ну ладно. Короче, прям с зомбарей собираются, нормалёк. Зараженные коровы, зараженное молоко. Какая хе... Он, наверное, кричит, не бойся собирать молоко с зараженных коров. Что-нибудь типа того, наверное. Потому что реально, больше никаких мыслей в голову не приходит. Я даже подумать не мог, что с них надо собирать молоко. Как? Они же дохлые, они же больные. Кому нахер нужно такое молоко? Он вообще не следит, походу, за своей продукцией. Его же проклянут потом, это же надо будет... Мы только недавно деньги собирали на лечение какой-то болезни, а эта паскуда предлагает поить всех зараженным молоком. Ну, собака, нет. Ай, упырь. Вот и все. Ты, говорит, все сделал нормально. Че у него с пальцем? Хер его знает, что мне сказал, но задание, судя по всему, я выполнил. Да? Кусок пирога. Только что сказал. Нормально? Чё теперь? Теперь у нас обычные зомбари, зомбированные коровы, кого только нет. Теперь надо возвращаться домой? Сейчас он скажет, the day is done. Пора возвращаться домой. Better check on those guys back at the junkyard. I'm sure those cannibalistic zombies will be most appreciative of my efforts. А, то есть в Junkyard опять возвращаться. Ну пойдем. Без проблем. Выход бы найти отсюда. Я же сюда не заходил, в принципе. Та овца, это даже не корова. Ёб твой. А мужик-то весьма и всерьез болен, насколько я понимаю. Это прям не жутки совсем. У него грязиновая баба с головой, дохлой головой коровы. Но это печаль. Отлично, вот вам выход. Я надеюсь, мне сейчас не надо будет топать через всю карту, потому что нам реально топать через всю карту. Но он говорит, пора проверить этого чувака в Джанк-Ярде. Но нихера себе столько топать, это очень далеко. Прям очень-очень далеко. Хотя смотри, там где в наш район вход, там тоже такая тачка стоит. Они, наверное, открываются каждый раз. У нас же в оригинале Постола тоже нельзя было... В оригинальном постеле тоже нельзя было сразу попасть на все территории. Значит, и тут нельзя, значит, тут надо куда-то проходить. Так, ну допустим. Да я понял, понял. Помолчи, я понял. Я просто хочу посмотреть карту. Зачем мне каждый раз теперь после того, как я открываю карту, будешь говорить, что надо проверить чувака на свалке. Возможно, он мне что-то расскажет про этих зомби. И так понятно, что надо проверить чувака на свалке. Мы туда и идем. Это подсказка, короче, для тех, кто не услышал с 15 раз, он повторит тебе 16, что надо проверить. А, все нормально. Не надо никуда. Glad that crap's over. Now that I'm done with his chores, maybe that demon cow guy can help me find Champ. I can't imagine what else может, could он go говорит, wrong типа, я все сделал, он просил, возможно, демон... нарядился. Возможно, расскажет мне, как найти Чампа. А это говорит, ты прям вовремя. Быстрее, ты, wait, говорит, мой лучший чувак. And what house? Стой, чувак, какой дом? Это его дом. Его, по-моему. Hey, that's my home. Воу. But who would want to live in my shitty trailer aside from me and my ex-wife? Сюда прихерачил, так же. Uh-oh. Did you remember my rocky road? That voice, but этот голос, но... Этого не может быть.
Это что? О, мой Бог, это моя hateful ex-wife. Это моя бывшая жена. И она... Да-да. How dare you come here on this beautiful day? I'll teach you to show your face again. Она его заставила... А, он хотел ее на себе женить, дьявол кор... А, нет! Сука! Ты чё вытворяешь-то, алё? Это, короче, его бывшая жена, и теперь ее надо завалить. Да подожди ты! Нихера ты лётаешь, слышь, Камикадзе! Она вообще... Где она? А, вот, сука. А этот падла еще следит за нами, смотри-ка. Да перестай меня рубить-то, падла. Чем-нибудь другим в нее пострелять, вон Сэмки, давай. Ага. Ой, она сломала торт. Она торт сломала, как не стыдно тебе, тварь. Нихера она лётает. Так, у меня патроны кончаются. Нужно что-нибудь другое. Тихо, тихо, тихо. Где ты, тварь? На, сука, подожгу сейчас тебя. Спички, спички, спички. На-ка. Какого хера ты, я тебя облил бензином, тварь? На-ка, сука. Не, не горит. Ладно, принимаем более серьезные меры. А это я ее не взорву никогда в жизни. Я в нее не попаду. Она, в принципе, меня тоже не особо попадает. Где? Тихо, девятка, девятка, да срочно, твою мать! Вот она. А, это меня сейчас тоже хернет, только так, спокойно. Этим я больше не пользуюсь. Да ее с пистолета полдня будешь раскладывать сейчас. Да сука какая-то, смотри, летает. А, нихера себе! Ты чё, тварь, творишь-то? Где дробаш мой? Дробаш, быстрей! Ладно, с дробыша завален. Это было какое-то комбо, короче, жесткое, прям. Сука, он женился на сута... Нет! Нет! Тихо, трубка, 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 трубка. На, тварь! На, сучка! Ты, твою мать, жена ниндзя, вообще беспредел! Иди! Да вытворяешься ты, чё, успокойся! Сука! А, нет, нет, нет! Главное, что трубки есть! Давай, давай, доваливай ее! Сдохни, тварь! Нет! Ты убил ее! Я любил эту суку! А что-то мое молоко. Нихера он ее накачал. Это мое дело здесь закончено. Могу я теперь идти? You know, I think короче, он что-то, то ли ты мне испортил свадьбу, то ли ты что-то теперь мою зомби, короче, походу буду за тобой охотиться или что-то типа того. Но он его отпустил. Возможно, это не точно, возможно, наоборот, надо было сделать именно это. А сейчас он, походу, дело ведет разговоры. Чего они несут? Почему же они добавили субтитры? Ну какого хера-то, в конце-то концов? Whoa there, little buddies. I mean you no harm, for now at least. I'm just passing through these parts to find and cure my highly irradiated dog. Они его что-то предлагают, что-то спрашивают, говорит, я ничего не знаю, я просто ищу свою собаку. Ты ищешь Эль Пока, ты что, говорит, вообще дебил, что ли? Про какую-то башню он сейчас говорит, короче говоря. Это, говорит, где-то там какая-то башня. И Эль Пока, и давай быстрее, быстрее. И что-то давай быстрее. И куда-то они, короче, меня повели. 6/1/8. Дождь на свадебный день. Дождь на твоем свадебном дне, открыто достижение. Ну ладно. Ой, четверг, нихера себе, среда кончилась. Ты провел ночь в какой-то пещере. Это же замечательное место для твоего мозга. Заткнись, мозг, я не хочу с тобой общаться.
Про каких-то ребят, про этих. Следуй за мной, какой-то, короче, мужик хочет поговорить с тобой. Ну, окей. Пойдем про... Пончики! Пончики, куда пошел? Сука, дурень, там пончики и газетка свежая была. Это... Кто это? Кто это? Почему у него жопа светится? Нихера себе качок, судя по всему. Смотри, здоровый какой. Какой-то орк или гоблин. Кто еще может в таких пещерах так здорово накачаться? Ну и кто это? Гарри Колман, мать его! We are Big Mick Willis. We are leader of the Coleman, a group of extraordinary individuals. Вот это поворот! Forgive me for asking, but aren't you a little tall for a midget? What you talking about, asshole? А о чем ты говоришь, вот дебил? I am midget as well. Just exceptionally tall. Этот что-то я, говорит, очень хорошо. Я вообще не вкуриваю, что он там унесет. Но это Гарри Колман, я не зря про него вспоминал всю игру. You're talking about finding Champ? Ты говоришь о том, как найти Чампа? Да, мы нашли Перо Локо. В маленького зверя какой-то коллапс. Must also prove devotion to the Coleman. А мы, говорит, тебе поможем, ты должен доказать нам что-то свою преданность, наверное, выполняя, естественно, какие-нибудь наши задания. Покажи Колману то, что ты красавчик, и все будет нормально. Каждый предлагает мне найти... Отнеси химическое проклятие или получи... может быть, убить его. Короче, возьми проклятие на химической фабрике. Возьми механический стилтс какой-то механический. Они мне прок... Ну я же говорю, он вернулся к нам домой. Вон эта дьявольская дыра, короче, там он живет, Чамп, наверное, наш. И, короче, разнеси караоке-бар, наверное, саботаж, как это переводится. Наведи паники в караоке, короче, получи какие-то химические медикаменты и какое-то механическое говно надо получить на это, какие-то запчасти, наверное. Окей. Выполнять задание Гарри Колмана, что может быть круче? Мы же с ним так сражались, мы же старые друзья с ним, ты чё? Ой, я вернулся с газеткой. Отлично. Так, и все что ли? Зато здоровье полное. Уже хорошо. Оружие-то есть у меня, нет? Я оружие все прострелял на бывшую невесту, по-моему. Так, отлично, я где вообще нахожусь-то? Понятно. Он, говорит, не знает, где я нахожусь. Это слишком чисто здесь для карты, нет нихера. Хоть бы оружие какое-нибудь дали там, я не знаю. У меня оружие-то вообще, его мало совсем. Есть только дробовик. Это херово всю эту, весь автомат, который я всегда называю М-кой, но это может быть не он. Я расстрелял на бывшую невесту, на невесту сатаны. Собственно, завалил ее, он расстроился, а может быть обрадовался наоборот. То, что она заставляла его на себе жениться, наверное, как-то так. Я не понимаю, реально, вот были бы субтитры, было бы все гораздо проще. Так я на звук-то еще особо-то... А, вон почему было закрыто. На звук-то особо не понимаю, что они там говорят. На субтитрах я бы все это понял гораздо лучше. Но я и так более-менее что-то понял, и меня это, несомненно, радует. Где мы с вами находимся? О, отлично. Пойдем сначала сюда куда-нибудь. Это фабричный район, как раз он, наверное, и есть. И здесь мы сможем собрать ту херню, которая нам нужна. Сначала кошку соберем на всякий пожарный. Опа, сука, не ушла. Точнее, ушла. Так, нам, значит, по прямой. Да, пойдем сначала возьмем стиц, а потом такой дугой пойдем в эту дьявольскую дыру. Или как она там правильно называется. И там потом все закончу свои дела. Что-то кошки психуют. Какой-то кошечный, кошачий апокалипсис вообще начинается. Это не радостная, не радостная новость. Так, здесь мы, заткнись. Здесь мы никак нигде не пройдем, да? Да, судя по всему, надо через дыру лезть. А, вот проход, нихера себе. Заткнись. Ну точно, я сейчас чуть не ушел с того места, куда мне надо. Что это за дело? Да, прям туда мы и пройдем, собственно. Вот, отлично. Нашел ту самую дырку, в которую надо, так сказать, воткнуться. Опять тут какие-то праздники. Опа. Отлично. И что, я сюда пришел? А пришел ты куда-то не сюда, да? А, вот еще одна прогрузка.
Нихера себе. Опачки. Автоматик. Так, я тут? Нет, почти не тут. А выход есть отсюда? Есть. Да не орите, кошки. А у вас есть что тут подлутать-то? Оружие какое-то. Опа. Что за херня? Вали-ка отсюда. У тебя что, пистолет? Дубинка. Пошел ты нахер. Дубинки-то я не боюсь, дурень. Будешь за мной бежать, я тебе голову снесу сейчас. Бежит? Сука. Я предупреждал. Он не поверил, ну что я могу сказать? Я ему сказал, не беги за мной, голову снесу. Он взял и побежал. Так, куда нам, в какую сторону двигать-то вообще? Так, отлично, нам сюда. О, это четкий пистолет вообще. Вот оно! Где фабрика? Где вход на эту фабрику? Мы здесь собирали напалм. Если я ничего не путаю, это фабрика, где надо было достать напалм. Ай, геймеры, сука. Потом произошел, короче, взрыв. Потом началось вообще паника, беспредел. Блевать собрался? Нет, ты куришь. Ну, будешь много курить, будешь блевать. Опачки, так, это мне не надо. Где вход-то к вам, ребятки? Смотри, все геймеры, петухи, все тут, короче. Все вообще в одной куче. Вот он, вход, отлично. Они специально мне подсвечиваются. Фабрика, завод роботов. Я с роботами буду драться. И чё? Да, я здесь. Стиц какой-то надо найти. Надо какому-то менеджеру, наверное. Опачки. Охранник маленько пошел как пасать, наверное, и просрал пистолет. Вот так вот, не надо на рабочем месте отлучаться. О, напалм. Отлично. Я не знаю, что это такое, но я уверен, что с помощью этого могу сделать отличный фаербол. Это если кто-то не понял точного дословного перевода. Я тоже практически англичанин. Уже все слова практически наизусть могу сказать. Так, кружу где-то по кругу, непонятно где. Ну, в принципе, я тут. Ага. Есть небольшой мост и небольшой проход куда-то именно туда, куда нам надо. Скорее всего, вот сюда вот. Потому что здесь горят огоньки. День. О, позвал кого-то, смотри. Hello, hey, how about some service here? Где этот сраный обслуживание? No one's looking. May as well just walk in and help yourself. Никого нет, да, думаю, я должен прогуляться и сам себе помочь. Ну тут как бы охранники. Ты ничего не думаешь, что начнется какая-то паника? Потому что паника начнется само собой. Ладно, давайте на эту панику мы посмотрим с вами в следующей серии. В этой серии мы делали кое-как невесту сатаны и бывшую свою невесту. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Если до встречи в следующей серии, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.